9-й международный фестиваль фейерверков «Звездопад». Национальное событие 2019 года. Каждый год приезжаем. Мы вообще фанаты мероприятия. И здесь все для того, чтобы погулять с детьми, отдохнуть. Все организовано. Это очень здорово. И лошадки, и батуты, и пострелять. В общем, отдыхаем. Очень здорово. Ждем фейерверка. Народ зажигал. Народ сегодня танцевал. Люди разогреваются, ждут восхитительного действия. Все будет восхитительно. Я уже сегодня много раз это сказал. На самом деле, душевный фестиваль, мы любим его. Мы любим на нем выступать. Мы отдаемся полностью. Мне запомнилось больше всего, как все это очень много фейерверков запускали, и еще это там бабахло так сильно. Германия, Германия, Рамштайн, Германия. Скажите, а что, музыкой только или что? Нет, музыка очень подходила под аккомпанемент салюта, поэтому было очень круто. Еще больше, кстати, больше не было. Да, да, очень классно, и фейерверк был классный. Вообще все команды очень хорошо были. Но Германия, блин, очень круто. Мне больше всего первый понравился. Там такие хорошие салюты. И в конце больше всего. Вот. Да, этот первый раз мне очень-очень прям понравилось. Все было круто. Все приняли на ура. Мы не зря приехали, разумеется. И, скорее всего, конечно же, приедем еще.